thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, but there was someone by your side. Coming back inside my body for a second, there's no way that I'm never gonna try. Самым болельщики Таджикистан. Дай не бей! Давай! Есть, стой, стой! Встаем! Да ну! Хочешь снимать или фоткать? Видео. Ну что, как ты? Пока к вашим ощущениям? Все топ. Готовимся. Нагрузка большая сейчас идет? Как организм чувствуется? Нет, да все нормально пока что. Расскажи про сегодняшнюю тренировку. Такие короткие отрезки. Побегали, побили, позабивали. Тесты сдали. Сейчас порваться в тренажерочке и кушать. Сань! Мы просто провели обычную тренировку скоростно-силовой направленности и вкрапили в нее тесты на быстроту. В принципе, эти два качества, они сочетаются и хорошо легли нам в тренировку. Тренировка хорошо прошла, эмоционально. Эдуардыч, все вот туда, на лыжи. Вот скажи, почему такое неравноправие? Почему молодежь тренируется с 9 утра, а старшая с 12? Так молодежь наоборот, пораньше на рыбалку встали. А мы вот попозже подъедем, потренируемся. Балуюсь. Туда надо, на лыжи становиться. Ни разу не катался, привет. Не катался? Нет. Здорово. Здорово, мужчины. Как настрой? Сейчас отлично. Огонь? Обед. Ну покажи красоту какую-нибудь. Сначала первую, вторую, и вот потом третий рывок она разгоняй. У вас на лице часто была улыбка. Нравится, как вот происходит все, да? Ну, мне просто нравится, когда ребята стараются, когда отдаются, потому что всегда может что-то не получаться, у кого-то что-то не получаться, но когда есть желание, есть старание, тренеру пикнуть в этом случае никого не может. На передачу Дима. So what if you been sitting there and thinking all this time? Oh. What's your mind? На две группы команду разделили, поясните так, чтобы ну, как бы все успеть для этого? Нет, потому что там разная силовая нагрузка между ребятами, те, кто постарше, и те, кто помладше, потому что дублеры еще все-таки не до конца взрослые они у нас, и мы не можем давать им такую же нагрузку по силе, как и взрослым ребятам. С удара перекладина.